Мур, привет, друг, это Зверько. Я видел просьбы разобрать новый предмет. Палочка гения. И вот тебе разбор. Стоит палочка 2000 голды и дает 75 магической силы и плюс 5% скорости передвижения. Сразу дает плюс 15 к магическому проникновению. И пассивка предмета срезает противнику от 3 до 10 единиц магической защиты. Сила среза растет с уровнем твоего персонажа. Сам эффект длится 2 секунды и стакается до 3 раз. Значит, минимально можем снять 9 магической защиты, а максимум 30. Много ли это? У большинства персонажей магическая защита на 15 уровне, если ее не усиливать с помощью предметов и эмблем, 33 магической защиты. Таким образом, мы уменьшаем защиту противника для всего входящего магического урона, а для себя и того больше, потому что предмет для нас снижает еще на 15 единиц благодаря статам. Насколько полезно снижение защиты, можешь посмотреть в гайде по броне. Я прикреплю ссылку на него в подсказках и в комментариях, чтобы уж точно все нашли. Защита снижается независимо от того, чем мы наносим урон. Навыком, автоатакой или это урон предметов по типу жезла молнии или пылающего жезла. Если несколько союзников купят этот жезл, то они снизят магическую защиту противника еще больше. На Сане предмет багует, считая, что клоны Сана первого уровня, но ему этот предмет и не нужен. Кому подойдет этот предмет? В основном он для магов, которые наносят урон несколько раз за связку. Например, Эйдора, Аврора, Кагура. Еще лучше он смотрится на тех, кто наносит очень быстро урон по несколько раз. Например, такие герои как Горд, Харли, Циклоп. Всех перечислять не буду, у тебя вроде голова на плечах есть. Против кого собирать предмет? Он подойдет против тонких персонажей, особенно если они вдруг решили купить предмет на магическую защиту. А против танков все же лучше божественный меч. Но с другой стороны, если в пати несколько магов, то можно мощно всем сподряд снимать магическую защиту, поскольку пассивка предмета работает на всех противников, которых ударит. Надеюсь, я помог тебе разобраться с предметом. Не забудь посмотреть разбор по броне, подписаться на канал и поставить лапку. Удачи, друг!